здесь сначала первым рядом, как я думаю. Победы и в год 110-летия профсоюзного движения в нашей стране, соблюдая международную рабочую традицию, Федерация профсоюзов проводит коллективные действия под девизом «Росту цен, удвоение зарплаты». Для российских профсоюзов 1 мая – это не просто лирический праздник весны и труда, который отмечается в нашей стране в последние годы. Для нас 1 мая был и остается Международным днем солидарности трудящихся в поддержку их законных прав и интересов. Очень замечательно, что сегодня такая хорошая погода солнечная. Это, наверное, хороший знак. Сегодня мы здесь в таком составе первый раз. Вот мы представители, до этого приезжали другие, как бы наши работники, члены профсоюза сюда. Поэтому мы очень довольны. Мы сами просто присоединяемся к тем лозунгам, которые существуют. В принципе, лозунги достойные, мы их поддерживаем. Какова роль профсоюзов вообще сегодня в жизни, в обществе? Защита прав работников. Основной лозунг. И как, защищают, справляются они с ролью? Ну, я думаю, что в большей степени да. Профсоюзы нужны. Мы – Федерация профсоюзов!